на конкурс «Дети читают стихи». Абрамова Маша, 7 лет, город Смоленск. Бобр готовил обед, писал Демьянов. Бобр готовил обед, а тут отключили свет. Бобр леша берет и опускает в компот. Бросает в котел поленье, печку кладет варенье. Мешает суп кочерёжкой, угли бьет поварёшкой. Сахар сыплет бульон и очень доволен он. То-то был винегрет, когда починили свет.